Завершилось главное политическое событие страны. По итогам трехдневного голосования Владимир Путин с рекордным отрывом от своих соперников лидирует на выборах президента России. По предварительным данным ЦИК, за действующего главу государства проголосовало свыше 87% избирателей. Что касается СКФО, один из самых высоких показателей по стране у президента в Чечне, где он получил более 98% голосов избирателей. В Дагестане за кандидата отдали голос более 92% избирателей, в Ингушетии более 89%, в Кабардино-Балкарии более 94%, в Карачаево-Черкесии 90%, в Северной Осетии 89%.